Уход автобусов ЛиАЗ-677М из Арзамаса. Среди любителей транспортной старины Арзамас Нижегородской области был известен тем, что в городе работало несколько раритетных для нашего времени и памятных многими поколениями луноходов, а именно автобусов ЛиАЗ-677М. Некоторые коллеги даже специально ездили в город, чтобы увидеть, сфотографировать или проехаться на легендарном автобусе. Но всему рано или поздно приходит конец. На рубеже 2021-2022 года в Арзамас пришла крупная партия подержанных автобусов ЛиАЗ-5256 и ЛиАЗ-5293, ранее работавших в областном центре Нижнем Новгороде. Соответственно, автобусы ЛиАЗ-677М были сняты с линии. В Арзамасе остается последние 5 автобусов ЛиАЗ-677М 91 и 93 годов выпуска. Все они уже не работают. Планируется, что 2 автобуса будут утилизированы, а еще 3 выставлены на продажу на аукцион. Торги организует предприятие Арзамас ПАД на электронной площадке Сбер АСТ. Все 3 автобуса, выставленных на продажу, идут в комплектном состоянии с документами, причем один из них 91 года выпуска, а 2 других 92 и 93 годов выпуска. Стартовая цена каждого 324 тысячи рублей. Задаток для участия в аукционе составляет 64,8 тысяч рублей. Он состоится 19 декабря. Автобусы ЛиАЗ-677М представляют немалый интерес как коллекционная модель. Имеется информация, что машину с госномером АМ-810-52 хотел приобрести неназванный участник из Санкт-Петербурга. Будем надеяться, что раритетные автобусы найдут себе новых хозяев. Время не щадит никого. Вот и ушла очередная легенда. Автобусы ЛиАЗ-677М из Арзамаса навсегда ушли в историю.